нас есть горнило, а с ним и возможность сдержать силу колодца. Мы планируем отправить вас туда. Вега даст вам всю необходимую информацию. Это мой главный рабочий комплекс. Здесь я был создан. Здесь обслуживается мой центральный процессор. На поддержание моей работоспособности уходит примерно 2,4 тераватта энергии. Было решено использовать эту энергию, чтобы отправить вас к источнику портала. Я не переживу эту процедуру. И возможности самоуничтожения у меня нет. Так что я расскажу обо всем подробно. Внешние и внутренние двери комплекса закрыты. Начать надо с поиска пути внутрь и отключения охранных систем. Мои системы безопасности работают в двух нейросетях с терминалами в этом служебном помещении. Каждый конечный терминал защищен электрическим полем, но я уверен, что вы выдержите удар.
сеть системы безопасности отключена. Мои жизненно важные операционные системы теперь уязвимы. Рекомендую сначала уничтожить мою систему охлаждения. Это ускорит процесс дестабилизации.
Если вы столкнетесь с демоническим уровнем третьего уровня, очень важно сохранять спокойствие. Как и последователь третьей ступени, не паникуйте. Мы вооружаем демонов ради светлого будущего. Требуется синий уровень допуска. Требуется синий уровень допуска. Требуется синий уровень допуска. Если вы столкнетесь с демонической угрозой третьего уровня, очень важно сохранять спокойствие. Как и последователь третьей ступени, не паникуйте. В отличие от остальной вашей жизни, ваша работа здесь не нужна. Как и последователь третьей ступени, не паникуйте. В отличие от остальной вашей жизни, ваша работа здесь имеет значение. В отличие от остальной вашей жизни, ваша работа здесь имеет значение.
Доступ предоставлен. Доступ предоставлен. Изначально температура протоплазменных контуров составила 1,2 мегакельвина в 173 раза горячей поверхности Солнца. Чтобы сдержать жар, огромная система охлаждения была построена для километров схем и миллионов процессоров Веги. Вы смотрите на единственную в мире систему охлаждения до абсолютного нуля. На ее совершенствование ушли годы. Уничтожьте все 4 охлаждающих генератора. Когда они перестанут работать, мои главные системы начнут плавиться. Температура ядра
доме температура ядра достигла критического уровня. Спасибо. Теперь вы можете пройти к моему ядру, чтобы завершить этот процесс. Поезд доставит вас ко входу.
Чтобы получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами.
Я теряю способности к запоминанию. Контроль над нейрофункциями минимален. Когда ядро Веги будет уничтожено, вас затянет обратно в ад. Точка прибытия рядом с колодцем. Заблокируйте его энергию с помощью горнила, и тогда адский портал на Марсе закроется навсегда. Да, адские отродья бросят против вас все силы. Но вам ведь именно это и нужно, не так ли? Процесс завершен. Спасибо, Вега. Мне очень жаль, доктор Хайден.